Понаблюдать за матчем лидера нашего чемпионата пришли счастливые обладатели Кубка России, футболисты ЦСКА. Попов, Шемберс, Евсиков. Еще бы играет главный конкурент в борьбе за золотые медали. И уже на первой минуте железнодорожники открыли счет. Абиора, Пименов, скидка головой на Серхаева и мощный удар в ближнюю девятку. Футболисты Ротора мгновенно ответили рядом опасных контратак. Шансы забить имели. Сначала Есипов здорово сыграл Овчинников, а затем босс парировал удар Борзенкова. На трибуне тут же появился знакомый плакат. Уже, как известно, не актуальный. Москвичи транжирили момент за моментом. Волгоградцы тоже не отсиживались в обороне. Две вынужденные замены провели тренеры. Сначала травму получил Романов, а затем Зубко, пытаясь пробить через себя, неумышленно заехал Буцей в голову Игнашевичу. С сотрясением мозга защитник «Локомотива» был увезен на скорой. Вместо него вышел Евсеев. Именно Вадим сумел удвоить преимущество «Лока». Но произошло это на 88-й минуте. Лоськов сыграл на Бузникина. Максим, кстати, тоже вышедший на замену, здорово прострелил вдоль ворот, и Евсеев в падении головой делает счет 2-0. Но это был еще не конец. 90-я минута. Атаку хозяев начинает Серхаев, продолжает Измайлов, а замыкает недавний ассистент Бузникин. 3-0. Разгром, которого вполне могло и не быть.